Всем здравствуйте. Продолжаю делать вездеход. Сегодня начну делать диски вот для этих покрышек. Чтобы делать диски, я сделал трубогиб. Ну, как его делал, я показал в прошлом видео. Но когда гнул первое кольцо из полосы 40 на 4, ну, 40 ширина и 4 миллиметра толщина. Ну, вот эти вот широкие диски. Я на вот этой шпильке сорвал резьбу. Накрутил вначале одной гайкой, и вот ей сорвал. Ну, тут как бы... Вот она, шпилька эта приварена здесь и здесь вверху. Я спилил, вот, в трех местах. Кусочек тут выбил и другую ставил, и приварил новую. В общем, поменялось легко. У меня тут вот еще есть, ну, сколько тут, сантиметров 80, наверное. Может, чуть меньше. Если что, еще можно поменять. Но, думаю, теперь уже не надо. Здесь три гайки вместе сварил. Ну, потом уже, когда целую поставил. И вот ими затягивал. Здесь соединил полосой эти подшипники, но чтоб как бы шпильки, они все равно не такие жесткие, может их раздавить в разные стороны и подшипник выскочить. Так что соединил полосой. Но когда крутил широкие кольца, вот эти вот большие, вот это кольцо чуть не испортил. Ну, вначале брал двухметровые полосы, но там их надо короче, как бы. Но я решил сэкономить и покороче, и в итоге вот, ну, до конца она не загнула. И вот это место мне пришлось подрезать, чтобы догнуть. Иначе никак не получалось. Концы вот так вот их винтом закручивает. Так что не получилось сэкономить. Ну, три кольца нормально закрутились. Все. Ну и это кольцо тоже тут заварится, зачистится, и оно будет нормально. Профиль. Вот это. Ой, не профиль, а полоса 2 на 4, которая... По сравнению с той полосой гнется как, ну не знаю, вообще легко. Если ту широкую полосу я примерно, ну, если туда-обратно 10 раз, ну где-то 20 раз, ну в одну сторону, если считать, больше даже 20 раз прогонял, то это за два раза можно закручивать. Ну я стараюсь, ну... Больше. Два раза делаю, а потом уже подгоняю в точный размер. Ну, боюсь ошибиться. Ну, и сейчас, наверное, покажу, как вот эту полосу закручивает. А, ну, еще не сказал. Вот, пока закручивал, ну, полосу, которая 40-я, вот, разбила. Тут были аккуратно эти... Как они? Прорези. Их вон как разбило. Надо было вначале профиль, наверное, 2 на... Вот этот профиль. 20 на 4. Вон. Не профиль, а полоса крутить. Ну и так нормально. Просто придерживаю теперь, чтобы... В бок не наклонялась полоса рукой. Сейчас покажу, телефон закреплю, как полоса это закручивается.
Ну вот, все. Кольцо закрутил. Ну, в конце долго то, что это. Боюсь промахнуться тут. Ну, можно, конечно, сделать какую-нибудь этот линеечку. Но я думаю, и так мне пойдет. Делаю их 55 понаружи. Вот все, вот сейчас мне их надо 8 штук таких. Ну, больших 4. Ну, будет бедлок с одной стороны только, с наружной. Без бедлока, ну это бедлок, который зажимает покрышку. Я боюсь, что будет покрышка проворачиваться. Ну и сосок будет вырывать. У меня, ну, был когда-то на камерах трехколесный. Там, ну, проворачивала камеру и вырывала сосок. Так что вот буду делать блок с одной стороны. Ну, сейчас накручу вот этих. А потом буду крутить профиль. Вон под машиной он лежит. Накрутил 8 колес, которые 2 сантиметра. И одно попробовал с профиля 2 на 2. Сейчас покажу на колесе. Вот оно должно вот сюда вот колесо вставляться. Ну, вот оно вставляется. Довольно-таки плотно. Вот мне таких колец на тоже 8 штук. Ну вот. Тут уже поставил. Сейчас покажу, как закручивал. Не сказал, что вот здесь обратно его поставил ручкой, но уже гайки только к ней приварил. Тут 3, а здесь 2 сделал. Ну, уже, потому что не так тяжело это все крутится. Thank you.
все. Ну. Чтобы она дальше проходила, я вот эти концы спиливаю. После того, как спилишь, она может попробовать входить. Ну все, она по размеру уже. Их 51 надо. Но у меня 55 получилось. Но он разжимается свободно. Чуть побольше отрезаю. Когда стыкую, он это, ну, расходится маленько на эти 0,5 сантиметра. Трубогиб справляется с этим, с закручиванием профиля до полосы. Но если для себя, то он, ну, вполне пойдет такой трубогиб. Все хорошо загибает. Ну, на теплицу тут запросто можно все нагнуть. То, что нету упоров, ну, если, ну, к примеру, даже одну теплицу делать, там штук сколько, 6 этих дуг загнуть, это не так сложно. Но если, конечно, промышленных, то надо с это, с упорами или здесь точить под это. Ну, канавку под профиль. Ну, в принципе, и так нормально. Ну, на этом я это видео закончу. Оно, ну, получилось и так сильно длинное. В следующем видео уже буду собирать в кучу диски. Всем спасибо за просмотр. До свидания.